Привет, я Наталья Бобцова. Хочу вам сказать, какой должен быть минимальный набор препаратов по уходу за кожей дома. Первое средство – это очищающее средство. Это может быть препарат по типу молочка, жирной основы. Молочко имеет кремообразную консистенцию, и вам будет комфортно именно в зимний период его использовать, так как не повреждает, не сушит, но хорошо при этом очищает и снимает макияж в том числе. Молочко смывать проточной водой надо, так как мы все равно, у нас на поверхности пыль, грязь, продукты распада, все, что выводит кожу на поверхность. Молочко это все эмульгирует, растворяет, однозначно его нужно каким-то образом снять. Тоника для этого недостаточно. То есть молочко смывается проточной водой, смачиваете спонжи теплой водой, аккуратно снимаете молочко, а потом еще можете дополнительно умыться. Второе средство – это тоник для тонизации кожи. Тоник не должен содержать спиртов. То есть это обычно тоник для чувствительной кожи. Так как у нас зимой кожа реактивна очень сильно, можно ее отнести к чувствительному типу, даже жирную кожу. Поэтому средство должно быть максимально щадящим. Тоник очищает кожу и является проводником следующего средства, которое мы будем наносить на кожу. То есть следующее средство зависит от времени суток. Если это вечер, мы наносим увлажняющий крем. Если это днем, мы наносим питательный крем. Не забываем, что препараты наносятся утром за 20 минут до выхода из дома. Можно использовать дополнительно сыворотки. Они очень тонкой структуры, гидрирующая основа. Там много очень воды в составе. Поэтому все сыворотки используются в вечернее время перед нанесением крема увлажняющего. Все сыворотки на основе активных веществ. Либо это витамины, либо это пептиды усиливают действие крема. Без крема можно использовать только клеточные сыворотки, потому что у них проницаемость очень глубокая. А если использовать стандартные сыворотки без крема, они далеко, и молекула настолько крупная, что они далеко просто не проникнут. А крем является хорошим проводником. Жировая основа проводит активные вещества. Всего вам доброго, будьте красивы!